Будут усилены следственно-оперативные группы, выставлены дополнительные патрули на улицах и в иных общественных местах, а также наряды, задействованные в системе единой дислокации. Для обеспечения безопасности граждан общественного порядка в этот день непосредственно на территории образовательных учреждений планируется задействовать 1462 человека, из них 771 сотрудников уголовного отдела. Организовано взаимодействие с управлением образования по Смоленской области по созданию необходимого резерва перед проведением праздничных мероприятий и числа 20 сотрудников ОМОН. Все патрульные постовые наряды в этот день приближаются к учреждениям образования и местам проведения массовых мероприятий. Чтобы максимально обезопасить детей от террористической угрозы, в ночь с 31 августа на 1 сентября сотрудники полиции обследуют все образовательные учреждения и места проведения массовых мероприятий на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств и возьмут здание под охрану до окончания мероприятий. Усиленный вариант несения службы полиции продлится до 9:00 2 сентября.